ПЛН представляет. Главные новости недели. Мнение и комментарии. Эксклюзив и качественный анализ. Полная и объективная картина региональной политики. В программе Гонки по вертикали с Александром Савенко. Всем привет! В эфире радио плн -ФМ и канала ПЛН-ТВ программа «Гонки по вертикали». В студии автор, главный редактор интернет-портала «Псковская лента новостей» Александр Савенко. Начинаем обзор событий региональной политики за неделю. И вот центральные темы этого выпуска. Предчувствие газетно-плакатной войны. Пойдет ли псковская оппозиция на заключительный штурм перед трехдневными выборами? И устоит ли крепость партии власти? «Новые люди» и «Мандат на блюде». Продолжаем следить за самым резонансным конфликтом избирательной кампании. Партия «Новые люди» против политического блока регионального правительства. Чья возьмет, сколько денег в и стоит ли овчинка выделки. Шоу «Маст Го Псковская лента новостей продолжает серию предвыборных дебатов в прямом эфире как и прежде, мы даем возможность высказаться всем основным участникам политического процесса. От парламентских «Единой России», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливой России за правду» до малых партий, вроде «Объединения пенсионеров-социалистов». Следующий раунд дебатов уже в эту среду. Об этом и многом другом в программе «Гонки по вертикали». Поехали! «Гонки по вертикали» Как спел когда-то Виктор Цой, я ждал это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Понятно, что пелось там о другом но и на муниципальных выборах в Псковской области время тоже приходит. До трехдневного голосования остается всего-то полторы недели. Это уже финишная прямая, пора ускоряться, не молчать, садиться в седло, ну и заваливать избирателя тоннами агитационно-пропагандистских материалов. Это пока скорее пусто в почтовых ящиках и в пикетах на улицах, а говорят, скоро будет густо, мама не горюй. По информации ПЛН, уже в ближайшие дни областной центр центр его окрестности накроет мощная волна агитационно-пропагандистских материалов, выпущенных астрономическими тиражами. На круг чуть ли не полмиллиона экземпляров, по несколько штук в одни избирательские руки. Для сравнения, Тиражи газеты «Единороссов» значительно меньше, практически на порядок. Причем, отвечая на вопрос, кто будет выпускать этот АПМ, легче назвать те из партий, которые не будут ничего печатать, чем те, которые пустились в этот предвыборный пляс. Танцуют все! С чем связан этот финишный спорт оппозиции? Версий здесь несколько. То ли раньше денег было не найти, испытывали недостаток в ресурсах и все решили вбухать под занавес компании. То ли на заключительном этапе все-таки произошла некая неформальная координация действий оппозиционеров. Отсюда эта синхронность и, соответственно, масштаб. Впрочем, газеты – это дело ближайших дней – а вот плакатные войны уже идут. Об этом говорят и в избирательных штабах. Да я и сам невольно стал свидетелем такой картины предвыборной жизни. Ранним утром в понедельник иду по улице Некрасова. Это самый центр города, напротив здания правительства. И вижу... Все информационные щиты, на которых обычно висят афиши многочисленных фестивалей и концертов, теперь увешаны рекламой псковского яблока. И не то, что там одна или две листовки, а наклеены они рядами, заклеено буквально все. Кстати, ранее Псковское яблоко всеми доступными путями искало расклейщиков, обещали пару тысяч в день, задействовали в поисках желающих подзаработать даже Псковский студенческий телеграм-канал. И вот результат появился. Думаю, что его было хорошо видно из высоких кабинетов Дома Советов. И что вы думаете? Возвращаюсь под вечер после рабочего дня тем же маршрутом. И наблюдаю, как пара молодых людей со скрипками снимают эту политическую рекламу псковской оппозиции. Как говорится, есть такая профессия – выборы зачищать. Через пару минут на велике появляется местный яблочник, благо офис рядом – Короче, предвыборная жизнь разворачивается на наших глазах. Кто-то тут клеит, а кто-то снимает. Один бежит, другой догоняет. Таков непреложный закон жанра. В общем, на финише кампании мы наблюдаем активизацию политических сил. Ранее мы критиковали псковскую оппозицию и за дело, разумеется, за пассивность и незаметность, за то, что кампания слабая и не видно воли к победе. Но вот непосредственно перед выборами, похоже, лед тронулся. Оппозиционеры начали активничать, пытаются бодаться и дать бой. Гонки по вертикали Теперь к самому резонансному конфликту и скандалу этих выборов. Вопреки прогнозам, в центре внимания здесь, в образе гонимых и прессуемых главных раздражителей областного политического руководства, оказалась партия ⁇ Новые люди ⁇ Та самая, которую принято называть кремлевским проектом и системной партией, которая единоросам дорогу не перейдет, скорее наоборот, должна способствовать их успехам разгоревшийся сырбор действительно выглядит несколько странно. И многие до сих пор не понимают, почему на новых людей у нас обращают так много внимания. В чем, собственно, тут конфликт? Каковы его причины? Многие псковской политической тусовки до сих пор не находят ответов на эти вопросы. Не Краткое содержание предыдущих серий – новые люди во главе с юным секретарем Псковского регионального отделения партии Тамарой Новицкой не захотели играть роль, отведенную им сценаристами нашего политического кино. Они решили показать свою самостоятельность и субъектность, опровергнуть мнение о себе как о спойлере, действующем на подыгрыше у власти. Ответка прилетела быстро. Вопросы возникли к подписям в документах новых людей, поданным при выдвижении кандидатов в регистрации им было отказано. Однако суд, на который федеральное партийное руководство прислало одного из своих боссов, кстати, электорального юриста, который ранее сотрудничал с политтехнологами, работающими на псковскую власть. И вот, во многом неожиданно, суд «Новые люди» выиграли. Но это тоже не конец истории. Противостояние, в том числе в судах, продолжается. Ситуация не статична. Пока она выглядит как патовая. Достаточно подробно эту ситуацию описывает обозреватель Псковской ленты новостей в материале «Выборы в Пскове на финишной прямой». Помимо прочего, он отмечает, что действия партии «Новые люди» непоследовательны и нервозны. Они а то месяцами с момента окончания прошлогодней кампании в Государственную Думу и Областное собрание депутатов прибывают в информационной коме, то перед выборами этого года устраивают шум, то договариваются с властью, то устраивают на нее атаку вваливают немеренные бабки в публикации в федеральных СМИ и телеграм-каналах, а тут еще и бесплатная газета огромным тиражом на подходе. Таким образом, ситуация выглядит весьма запутанной. Очевидно, что еще больше усложняет этот ребус наступившее двоевластие в региональном отделении партии. Тамара Новицкая остается на посту секретаря организации, но председателем избран депутат областного собрания от новых людей, креатура вице-губернатора Александра Сиравина Андрей Маковский. Именно он, а не Тамара Новицкая, ходит представлять партию на предвыборные дебаты. Первый вопрос сказался по поводу того, то, что журналист Александр Савенко запутался, кто является руководителем. Вот такая загогулина получается. Понятно, что многое здесь решается под ковром. Некоторые даже выдвигают конспирологические версии, теряются в догадках. А не хитрый ли это между собойчик, не борьба ли на найских мальчиков, с помощью которой демиурги политического процесса в Псковской области решают некие задачи на выборах? Так или иначе, новые люди не только создали себе хоть какую-то репутацию и заполнили существовавший вакуум, но и оттянули внимание на себя. И то же Псковское яблоко, ранее главный раздражитель губернской власти, таковым уже не выглядит. Впрочем, стоит ли игра таких свеч – большой вопрос. Даже если представить, что новые люди дойдут до финиша кампании и получат мандат муниципального депутата, да хоть бы и два мандата из 25, это будет очень дорогое удовольствие. По скромным ориентировочным прикидкам на борьбу с псковской властью уже выкинуты многие миллионы. И, как я уже сказал, это еще не вечер. Что касается самой власти, то для нее тут тоже приятного мало. Уже оказались под информационным ударом, а если представить, что новые люди выиграют, то тем самым будет создан прецедент. То есть... Оказывается, так можно было. Вот тебе и железобетонная система, в которой на выборы чужие не ходят, и там нет места не то, что в самом делешным оппозиционерам, но и просто несистемным элементам, тем, кто не пришелся ко двору только-только мы к этому стали привыкать, а тут бац, фортель от новых людей, которые действуют как будто в соответствии с известной поговоркой о том, что смелость города берет и идут в контратаку, поднимаются на штурм. Ну, если долго мучиться, что-нибудь получится. Тем более, если не жалеть ресурсов. Еще раз повторю, что на финише кампании отмечаем обострение ситуации, ждем вала АПМ, в общем, выборы становятся конкурентнее. А тут еще пошли разговоры о якобы готовящемся подкупе избирателей, тем более, что на муниципальных выборах это вроде как имеет смысл. Избирательные округа маленькие, иногда все решает здесь буквально считанные голоса. Подобные методы мы не приветствуем. И призываем всех участников действовать в строгом соответствии с законом, придерживаться принципа Fairplay. Играйте честно, господа. Гонки по вертикали. Напоследок о некоторых других предвыборных новостях. Продолжается регистрация на дистанционное электронное голосование, которое впервые пройдет в Пскове на выборах депутатов городской думы. Судя по информации из областной избирательной комиссии, желающих проголосовать с помощью ДЭК уже тысячи, и по этому показателю мы чуть ли не впереди России всей. Ну а во-вторых, избирательная комиссия Псковской области 2 сентября проведет презентацию модельного избирательного участка, чтобы показать, как будут работать участковые избирательные комиссии в период проведения сентябрьских выборов. На презентацию приглашают всех желающих в том числе представителей политических партий. Ну а мы приглашаем их на предвыборные дебаты. В этом году их мы проводим совместно с экспертным клубом ⁇ Псковский регион ⁇ уже прошли несколько встреч, очередная в среду 31 августа, начало в 13.05. Если хотите лучше понимать, что происходит в региональной политике перед выборами, не пропустите. Ну и также читайте Псковскую ленту новостей, мы подробно рассказываем обо всем самом интересном и важном. На этом все. Это были гонки по вертикали с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните, если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами. Полная и объективная картина региональной политики в программе ⁇ Гонки по вертикали ⁇ с Александром Савенко.